Вот о таких огурчиках сегодня пойдет речь. Это огурец калибри F1. Да такие огурчики приятно собирать. Они прям гроздьями вот висят вверх. Красавчики маленькие эти пузатики. Вот огурцы называются F1 калибри. Видите, какие они. Калибри эти посадила, всего лишь у меня три. Вот видите, один кустик, второй куст и три куста. Вот в рядочке. Как видите, завязей очень много. Миленькие, вот они пучкуются. Смотрите, по три, по четыре вместе. И вот они, огурчики, сверху, вниз, я вам сейчас покажу, вот сколько их здесь много, вот, огурцов, и до самого низа, вот я сейчас опущу камеру, вот видите, даже внизу их полным там полно, хотя, говорит, сестра, говорит, выбирает практически на второй день, приходит и выбирает огурцы, переросли. Видите, как они пузатенькие такие стали. Вот огурчики. Это уже переросшие огурчики. Их надо собирать каждый день, наверное, чтобы получать вот такие маленькие пикули, корнишончики. Такие вот один на одном. Не зря говорят, что они пучковые такие огурчики. Калибри, срок созревания огурчиков этих буквально 40 дней, ну, чуть-чуть, может, больше. Вес плода 60-80 грамм, а вот длина бывает 5-8 сантиметров. Вот. Стебель, как видите вы, вот ветвистый, в высоту он у меня где-то больше метра, вот если посмотреть. Ну, говорят, что 60-80 сантиметров, но у меня он где-то больше метра. Этот стебель идет. Крепится очень хорошо огурчик к опоре. Вот, и цепляется вот этими усиками хорошо за опору. Листья очень такие нежные. Если сравнить вот лист обычного огурца и вот этого огурца, оно сразу заметно, что этот широкий, лист огромный. А этот маленький. Нежные листочки не создают затенения такое. И вот это огурцы, плети прекрасно себя чувствуют. Вот видите, реденько вот так вот. И не затеняют друг друга. Цветет куст дружно, вот как видите. А здесь вообще облепленные огурчики прям на кусту. Вот они один возле другого огурца. Вот эти не требуют опыления пчелок и ос. Они прекрасно могут расти и без опыления. Корнишончики, они сочные, очень даже, с хрустящей такой вот мякотью. Вот, как видите, насыщенный такой зеленый цвет. Немножко пупырчатый, вот как видите. Вот, кожурка такая сладкая. И горечь в этих огурчиках совсем не присутствует. Это немаловажно. Вкусные, сладенькие. Полив. Огурцы требуют, конечно, через 2-3 день поливать. Подкормку вот делают 1:15, делаем птичьим пометом. Засаливать эти огурцы. Они, конечно, банки мягкие. Это очень хорошо засаливать для детей. Так что вот имейте в виду. На рисунке. И вот такие. Только не нужно давать им перерастать вот таких вот пузатиков. Нужно срывать именно вот такие вот. Я очень довольна, советую всем, именно у кого детки, для детей вкусные, хрустящие огурчики, и красиво вот они растут. Сейчас мы разрежем и посмотрим, возьмем такой перезревший один, разрежем его. Видите, семечки совсем меленькие-меленькие, совсем маленькие. Такой корнишончик. Вот. А здесь вообще семечки и не видны. Вот такие нежные, красивенькие огурчики.
Малышки такие. Вот смотрите, мой палец больше, чем сам даже вот этот огурчик, да? Вот, для сравнения. Вот такие огурчики вкусные. Мы будем сейчас закатывать вот пол-литровые баночки. Обязательно срезаем вот эти попки. Не нужны. Баночки мы помыли, простерилизовали. И смотрите, как они плотненько ложатся в баночку. Кладем ошпаренные листочки вишни, укропчика, веточки. Вот так вот наполняется баночка с листочками. А маринад обычный. Закрываем нашу баночку. Проверяем. Все хорошо закрыто. Все, наши огурчики готовы. Смотрите, какие они красавчики. Вот они. Все. Переворачиваем и даем остыть нашим огурчикам. Наши огурчики готовы. В баночках прекрасно смотрятся такие малышки. Спасибо всем, кто посмотрел мой ролик. Ставьте комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Всего хорошего, приятного всем аппетита!